Евгениса. То есть вам отказа не касается. Десять, ноль, пока Денис выигрывает. Десять, один. Замечание за выход из этой игры. Ой, не замечание, а предупреждение. Тут же выходи. Хорошо, молодец. Вот так убирайся. Нет, там нельзя держать руку. Вот это! Бэй, зачем ты отпустил? Держал все нормально, решил отпустить? Ой, я не видел. Что такое, Денис? Ну, оценка есть. 10-2. Матвей? Дана отдыхает. Боря? Я бы выпил. Как вы боретесь? Блин, не бороться. Нельзя, не могу. Становись. Тут инкур. Куда? Давай. Готов? Да. У вас время. На пяточках, Денис, надо встать и на пятках попрыгать. Встань где-то вот, держись у стеночки вот этой. Или стен, вот это, да, ага. И чуть-чуть. Не сильно так. Тык-тык-тык-тык-тык. Топ-топ. Сань, я же сказал тебе. Ты держишь эту руку, он большой. Значит, все, сзади. Где две вещи? Во-первых, вот эту руку надо вот здесь держать. А если не получилось, возьми вот этой рукой. Возьми. Вот, вот отсюда, упрись вот так вот, плечо. А если ты берешь вот эту, то сразу сверху, и ты еще ниже. Двигайся вокруг него. Еще раз ты удержание. А чем раз ты ложишься? Думаю, что получится. Так какой прием мельницы через спину? Вот. Вот отпустил, начал делать, я отпустил. Раз и ушел сразу. А то я брошу и все, и задницу. Опа. Отойди в сторону. Чтоб ты знал, для того, чтобы считался бросок, ты должен поднять выше пояса и перевернуть его. То есть, если ты поднимаешь до колен и бросаешь на бок, оно не будет считаться. Вот так, жестко, Саня. Упереться. Головой упереться. Вот, подхват ему. Здесь. То же самое. Пожали руки. Пожали руки. 10-2. Отдыхаем. Сам бросил тебя. Все? Это черный хват. Сергей Анатольевич. Да? Освежите мне пойти, брата. Надо взять брата. Или сразу дайте сделаем одну схватку и все. Потому что правда хорошая. Построились. Да, сходи, пожалуйста, позови все. Скажи, что Денис Александрович всех отправил. Так, завтра вы отдыхаете, четверг, ковер, пятница, кросс и качаете. А кросс можно мерить здесь вот. Где? Здесь. Вокруг от ковра. Вот с телефоном. А можно, Макс, я поставлю какашку вот здесь посередине, вы бы круглые теперь. Для чего? Ты знаешь, для чего кросс дает? Я знаю. Ну. Я бегал в пятницу кросс и говорю, что я простыл. И бегал с шапом на лице, с шапкой, с... А я тебе скажу, почему ты простыл. Ты бегал, а потом пошел домой. А что должен быть? Бежать до дома надо. Я вообще не знаю, там тепло было, как простыл.
Ты Понятно. Быстренько, пейтесь, быстренько. Это да, надеюсь, вот кимоно одеть. Марк, послушай. Вот послушай меня. Ты говоришь вещи, которые вот тренер сказал, ты говоришь что брат. Они все начинают расслабляться. Как у тебя нужно идти, извиняюсь. Ты, если ты хочешь стать мальчиком с той стороны, если хочешь что-то сказать тренеру, когда он строит, когда он говорит, 5 дней на штаны идти, и скажи, Марк, я кроссы не люблю бегать. Но когда я бегал кроссы, а футбол зимой играл всегда, что время? Все надо делать правильно. Когда ты правильно делаешь, то оно дает этот... Хочешь, подойдешь отдельно, я тебе объясню, где может быть у тебя ошибка. Так, Алиере, так, еще раз. Четверг, ковер. Сейчас, секунду, я фотографирую. Так, ближе, чуть. Завтра придешь, хорошо, просто там можно поработать. Внимание, смотрим сюда. Мокрые волосы. До свидания. Мокрые волосы. Это говорит, знаешь, что? В том, что можно заболеть. А волосы должны быть короткие. Тогда вытерся, помылся. Я зимой мыл голову. Ледяной водой. Хорошо. А дома? А до этого ты идешь грязь. Но ты одеваешь грязное тело, чистое мир. Я целик. Вы тут с Маркасом Ивановым должны собраться. Позвони, пожалуйста, маме и говори. Я не могу сказать, потому что я не знаю. Александр Иванович не знает, есть ли она, не знает. Узнать, видеть положение, посмотреть, какой там возраст, это. Тогда я смогу позвонить и сказать. Хорошо? Я просто не вижу. Я позвоню туда, в этот... с амбистом.